к новому дачному сезону мы купили чудо-лопату. Заказали мы ее на AliExpress, заплатили около 1500 рублей, чуть-чуть побольше. Материал, скорее всего, сталь. Вот эти вот прутья вроде как прочные на первый взгляд, но вот тут вот как-то вот шатко, мне кажется. Лопата идет без черенка, поэтому придется прикрутить самому. Можно копать. Пойдемте пробовать. Ну, вот она прокапывала достаточно глубоко. Сорнячки выкапывает. О, фига, ей еще и полоть можно. Ты гляди, как круто она вытаскивает сорняки. О, обалдеть. Червяков оставляют живыми. Вот сорняк, смотри. Опа. Опа. Угу. Опа. С корнем. И боронить не надо. Все ровно.